3 ноября мы оставляем машинку вот этого комплекса на северном краю Айпетри. И шагать мы будем аж до Бойки. Плюс 3. Плюс 3, между прочим. И не на травке. Это муравейник. Судя по всему, муравьи уже открывают горнолыжный сезон. Поднимаемся на Лысую. Петринская дорога. Памятник. Что, мы поднялись на гору Лысую, тут 1270, по-моему. С нее хороший вид. Видно наш дальнейший маршрут. Впереди гора Рока, за ней Эндек. Вот по склону Эндека мы должны войти на хребет. И вон там мечта попасть на вот те обрывы. Такой выступ, Орлиный залет. Караулка я, а перед ней Кушка я обрывистая. Посмотрим, дойдем. А за ней вот Сатира гора. Это Лысая, да? Да. Может, даже туда сегодня дойдем. Гора Рока все ближе. Вот наш хребет. Вон холмик лысенький горы Камбопла. Под нами вот Куровузенская котловина. Впрочем, Баш-Дере. Лес, смотри, вот как будто светится вот полоса такая. Да, да, да. Сегодня погода вообще отлично. Лезем по хребту. И вот такие удивительные вещи находим. Например, цветущая примула. Вот такая. Вот. Ромашки. Вон. Вот мы на склоне горы Эндек. Вот по этой дороге, которая спокон веков соединяла северные борта Айпетри с южным берегом, все селения. Вот теперь так вот по хребту будем уходить вниз, в сторону Бойка. Вот обрывы, да, виднее с этой Кушкаи, караула Каи. Листопад. Все, занес. Вот это зеленый холмик, такая ласковая вершинка, кругленькая, гора Камбопла. А тут на хребте отсюда вид на верховье каньона, на северную часть Ейлы и Петринской. Только осинки еще золотятся. Такое тут чудесное место отдыха на хребте. Тут, видимо, развилка у нас, по-моему, вниз сейчас пойдет. Туда. Замечательно. Ты смотри, отрохали какой. Дошли до родника Хетмер Текнеча Крак. Ну, не зря он отмечен сезонным. Тут выходы, что-то сочится. А тут такой, ну, туда уходит 55-й маршрут. Мы, наверное, все-таки свернем и прямо наверх туда полезем, на Кушкаю. Нелегко дается подъем на Кушкаю эту. Мы уже прошли 9 километров. И тут такие деревья необычные. Вершина близко. Уже увиднеется обрыв. Ну, тут не на самой вершине, а чуть-чуть к востоку. Да, ну тут обрывище такое. Вот это награда. Сколько раз я смотрел сплата на скалистые утесы. Это Кушкая и Караулка я были. Вот я здесь, мечта исполнилась. Теперь за новой мечтой. Мы дошли. О, вот это куриный бог. Мы вот оттуда пришли. Вот хребет.
Вот там камбопла, вот этот полный малинник, как мы пишем. Такой кругулятый полагали. Прямо индекс там галка стояла. А тут внушительные обрывчики. Вдали вон Эклези Бурун видно, там Басман, а на Еле там этот Кемаль-Агирек не видно, по-моему, Демир Капу, видимо, там. Долины Зинбаша, где-то там пещера Бюк-Зинбаш. С вершины Кушкаи нет, чтобы пойти по каким-то тропам. Хотя их там почти нет. Мы полезли в такую крутую лощину между Кушкаёй и Караул-Каёй. Ну, где-то там внизу должна быть перевальная тропа. Куда-то да выйдем. Тем более звери тут ходят. И мы пройдем. О, спустились на перевал. Это перевал Кучук-Багас. Если пойти туда направо, то мы выйдем в Нагоречье, да? А сюда налево, это верховье Большого каньона, турстоянка Бойко. Да. А вот прямо обрывы Караул-Абы, Караул-Каи, да? Но в этот раз мы на нее не пойдем. Это очень высоко. Нам сегодня еще на Сатиру забраться надо. Так что идем сюда. На запад. Ну, мы по тропе почти дошли до перевала Сатира, между Караул-Каёй и Сатирой. Ну а тут уже вот противоположный склон, это Сатира. Будем штурмовать ее в лоб. Ну да, вершина горы Сатира, 1172. Это мы как бы на плато таком. Почти напротив, вон гора Лысая, с которой мы начинали поход свой. 14 километров почти. Ой, Леша! О, вот красавцы, сон трава. Жалко сейчас вечерняя дымка в эту сторону, но все равно, кто видит, тот найдет. Завтра утром. Да, там Бельбекские ворота, там он Качикальон, ТП Кармен видно. Вот какой подарок нам косулька оставила тут на горе. Такой классненький. Рожок. Маленький рожок, да. Косулькин же, да. До храма Христа Спасителя 300 метров. Сегодня мы прошли 13,6 километра. Времени уже почти 5 часов. Тут на склоне горы Сатиры будет наш лагерь сегодняшний. 3 ноября. Хорошее местечко. Закатное солнце. Порозовели все склоны. Все видно как на ладони. Вот гора Кушкая с ее обрывом, где мы были. На караулку мы не залезли сегодня. Вот хребет, по которому мы спускались. Там камбопа высовывается. Гора Рока. Верховья каньона. Тут хребет Балчик. Балчук, по которому завтра вылазит на Лысую. А лучи солнца еще на хребте Кизилкая. Там, где Панормостик наверху. Под нами котловина Куроузейская, верховья каньона. Утро 4 ноября. Солнце
без 15:08, а солнце еще только-только касается верхушечек гор Меденакира. Вдалеке Веля-Буруна. Редкая для гор тишина. Ни ветерка. Первые лучки солнца появились. Только что не было, а уже есть. Поднялись на открытую часть Сатиры, на север вид утренний, за Бельбекскими воротами сплошной слой облака или туман. Все, покидаем место, где мы ночевали, спасибо ему, и по склону Сатиры спускаемся чуть ниже. Где-то тут храм Христа Спасителя. Наверное, тут весной хорошо. Долины цветут. Вот. Мы проверим весной. Да, надо весной прийти. Вот вышли мы к храму Христа Спасителя. Достаточно большой храм на своего времени, с 9 века по 15 как минимум существовал. Трехнефный храм, он как бы главенствовал тут над поселениями Бойки, пока турки не захватили. Относилось все это тоже к княжеству Феодора. Вот это фантастика. Здесь у храма в ноябре цветет какая-то, может, яблонька или что-то. Надо же. Ну, Хульдурский перевал. Туда вниз, в долины второй гряды Крыма, к селу Богатырь, Аромат. Это дорога к храму. А нам на юг, туда, в сторону турстоянки Бойка. Ручья Яхгансу. Уходим все глубже, верховья каньона. Через прозрачный лес проглядывают. Такие внушительные вершины. Кушкая, где мы вчера были. Караулаба, Кая. Где мы еще побываем. Сатира с этой стороны. Вот такой достаточно крутой спуск от храма вниз. Вот оттуда. Выползли на возвышенность мыса Трапез. Тут уже под нами начало Большого каньона пошло. Вон прямо хребет Кизилкая. Был бы какой-нибудь мостик, перепрыгнуть бы по нему раз и выскочили бы. То придется спускаться вот туда, в роща Баждыре, за воротом, и на хребет Балчак вылазить. Он тут один. Решил на старости лет заняться скандинавской ходьбой. Вон теснина каньона. Вон туда. А в каньоне течет вода. Вот и водичка реки, которая прорвется под ниже сквозь теснину каньона, наполнит ванны, ванну молодости. Тут она еще течет ласково. Поляна, стоянка Баждыре, верховья каньона. Хорошее место. Вот мы в верховьях этой балочки Баждыре, тут же недалеко пещера Авантюра. Нам оставили лагерь с горящим костром. Но в этом лесу
Горящий костер вообще не страшен. Никогда ничего он не будет. Ой, а туда подниматься придется. Ну, до свидания, баждыры. Отходим на подъем. Пытаемся снять красоту невиданную. Все. Долев крутой подъем. Мы выходим на северную бровку Ай-Петри. Покидая верховья ущелья. Знакомый указатель, хребет Тарахташ, вниз на Баждыры, тут уже все, это плата, еще чуть-чуть осталось. Замкнулся круг нашей дороги к храму, храму Христа Спасителя на горе Бойко. Сегодня мы прошли еще 10 километров, вчера 13, того 23 километра. Подальше от этих машин. Оно хорошо подальше от этих машин, но хорошо поближе к своей машине, которая ждет и довезет нас домой, уставших, столько прошедших.